Смотрите, панда начала сбрасывать цветочки, а это значит, что скоро нас ждет пересадка. Помните заблудший цветоносик? Первый цветочек она распустила уже, смотрите. Красивый. Мукола. Помните из Уценки? Это вы мне сказали, что это мукола по листьям. Да, это она. Смотрите. После обработки цветоносик продолжает расти. И это норма. Так и должно быть. Он должен отцвести. Это уценочка из ленты. Посмотрите, как дерево растет. Как дерево. Лента номер два уценка. Ждем цветов. Эта орхидейка уже тоже сбросила два цветочка. А это красавица. Посмотрите, азиатка. Посмотрите, вот это ее название. Я жду этот пилорик. В надежде, что он будет по сорту. Беляночка так радует меня. Она прямо как невеста, прямо такая красотка вообще. Супер. Golden Beauty, моя любовь. Ну и хочу показать вам свои пенечки. Смотрите, какой хорошенький растет. Вернее, хорошенькая. И там даже у нас уже корешочек. Именно детка дала корешочек. Посмотрите, вон он маленький такой он. Это желтая орхидейка. Красивая. Это тоже желтая. Красивая тоже очень. Очень-очень. Растет. У нее там уже, смотрите, третий листик. Маленький он виден. Сейчас фокус. Фокус, фокус. Вот. Ну, видно, да, что еще один листик. Вот. Так, это пока в сторону. Вот. Еще у меня тут хорошая, хорошая. Вот подросла она, смотрите. Корень, конечно, этот я не стала убирать, который мешает мне лично вам ее показывать. Лист болтается, но я его не оторвала пока что. Детка хорошенькая, крупная. Вот видите, как болтается. Вот все думаю, оторвать, не оторвать. Ну, так пока и не оторвала. Так болтается. Ну, пусть пока будет. Вот смотрите, какая крупная. Больше всех, мне кажется, сейчас из этих деточек. Тут еще маленькая, но уже смотрите листик. Тоже скоро вырастет уже. Вот красавица какая. Красотулька. Так. Смотрим дальше. Это биглипчик у меня. Смотрите. Хорошая очень детка. Вообще супер просто. А самое, что интересное, что детка это... Она сейчас подрастет немножко, а потом и зацветет прямо на этом пенечке. Потому что корней у нее своих нет.
Соответственно, отделять я ее пока не буду. Значит, она будет от этих корней у меня цвести. Так. Это еще одна малявочка белая, которая орхидейка. Вон она, малюська. Одна из последних. Вот такая хорошенькая. Я, кстати, их тоже всех обрабатывала. И актарой, и дельцидом прыскала. Так что надеюсь, что все у них будет хорошо, никто не заболеет. Это последняя моя орхидейка, которая ну никак не хочет детку мне давать. Это моя пятнистая такая. Красивая. Она у меня сейчас цветоносиком тоже. Ну, после того, как я отделила, она сразу дала цветонос. Вот, а пенек не хочет. Смотрите, 1-10 была разделена. То есть уже октябрь, ноябрь, 2 месяца, да, и декабрь уже у нас. Ну, что-то, но ни в какую, но ни в какую. Корни, смотрите, хорошие. Не понимаю, почему она не растет. Все уже выросли, а она нет. Либо она тормозит процесс, ну, либо вообще не даст. Не знаю. Я жду. Пусть стоит. Она, как говорится, есть не просит. Так что. Так, кто это там у нас? Кто это там у нас? Чьи-то ноги. Кто проснулся, вылез из будки и ходит тут теперь. Ага, а тут не пройти, тут мамка. Да, мамка тебе мешает. Все, иди обратно, иди, иди. Пошел. Так что вот такие вот дела. Все растет, все пышет, все замечательно. Вот. Тут все, каода он продолжает свисти. Все, всем спасибо за внимание, всем пока!